Лисушка, что ты хочешь? Рисик? Рис будем кушать. Папа приготовил вот маме рис, себе. Сейчас ждем папу и будем кушать. Сейчас мама тебе даст рис. Сейчас будем ням-ням. Дюа. Василиска. Ириска. Ням-ням. Хочешь рис? Давай, будем кушать рис. Сейчас мама тебя покормит. На стульчик хочешь сесть? Давай, мама поможет, отодвину тебе. Давай. Сейчас я тебя посажу на стульчик. Будем ням-ням риси кушать. Ты моя сладкая, сама на стульчик залазит. Сейчас помогу тебе. Папа, Давай сама. Давай сама. Как мы сами по лестнице поднимаемся? Доченька, поднимайся по лестнице. Придерживай, Дюмуль. Ты моя умничка. Какая самостоятельная стала. Ура! Ку-ку. Держи, Дюмульчика, придерживай, малышка. Держи, моя сладкая. Умничка, такой девочка. Так, какого бы котенка забрать к нам на ССЛ? Либо того тунеядца черненького, либо серенького, либо черненького. Скорее, лови котенка. Куда киса делась? Куда киса мяу убежала? Не знаю. Не знаю. Вот он, котенок. Ой, вон он, доча, вылез он. Смотри, вон киса. Вот он мяу. Вот киса, котенок, мяу. Лови скорее. Убегает, прячется, да? Спрятался котенок. Давай искать, давай ловить будем. Где они? Ищем, доченька. Они вон туда, видишь, спрятались. Посмотри, Дима, они вон там сидят. Все, они там сели, там нравится, не вылазят. Че, купили? Платишь, как купила? Или разве? Это еще, как на прошлой неделе. Иди сюда к нам, лови его. Они спрятались там от нас, им там так нравится, он умывается один. Идите сюда к нам. Так, скажи, сам перебили, да, доченька? Ой, какая прелесть. Не бойся, погладь их, доченька. Погладь, доченька. Хороший котенок. Погладь, киса. Погладь, лови, котенка. Погладь его, погладь. Ой, какая лапочка. Погладь кисочку. Киса мяу-мяу. Лови, обними. Погладь кису. Я думаю, вот этого серенького. Да, серенький. Вообще окрас такой симпатичный. Двоих, не знаю, двоих можно будет. Мне кажется, двоих очень много. Да, мне кажется. Василисушка, вот она киса. Вот киса. За куколку, да что, за коробкой. Только это надо купить его ток. Да, обязательно. Все же это менять, да. Василиса, да вот же киса. Чистить его там. Кто ты, девочка, мальчик? Две девочки. Шлепки размер не было. 38. То, что шлепка всегда не была в размере.
сложно получается. Так, чуть-чуть.